Так, всем добрый день, друзья. Хорошая новость в городе Ставрополе. Все платные парковки в городе Ставрополе отменили. Нет уже знаков, сняли знаки, что там эвакуация будет. Вот сейчас я вот просто по улице Мира еду. В общем-то, я в интернете читал такую информацию, что это ненадолго. Что все-таки парковка в городе Ставрополе, именно в центре города Ставрополя, будет платная. Так, Горгаз. Как на легковой едет, подрезает. Ну, видимо, спешит куда-то. Ну, значит, мы его пропустим. Какая погода в городе Ставрополь? Да такая нормальная погода. А давайте по Пушкина поедем. Что-то там долго стоят. Непонятно. Сейчас повернем с вами на улицу Пушкина, по Пушкина поедем. Хотя вот повернуть здесь не всегда так получается хорошо, удачно. Ну, с тем условием, что сегодня воскресенье, у нас 17-е все-таки уже января. Город пустой. А давайте вот по Пушкина здесь проедем, там, потом я на Лермонтова поверну, по Лермонтова поеду. Вот впереди у нас там будет с левой стороны верхний рынок. С правой стороны это воинская часть. Два поэта, что-то там вот на верхнем рынке вот это здание выстраивает, но очень долго строит. В общем, вся эта вот территория здесь, территория верхнего рынка, а потом там за верхним рынком там Пятерка у нас, тюрьма. В общем, учреждение исполнения наказания, как сейчас это принято говорить. И сейчас мы с вами вверх по Лермонтову поедем, так до Даватерцева поедем. Здесь вот, видите, такой светофор не написано. Сколько секунд осталось ждать? Ага, ну вот, загорелся желтый, зеленый. Поворачиваем с вами на улицу Лермонтова. В общем, где я был? Был я внизу улицы Серова. Просили Балтийский показать. Проехал я по Балтийскому, Светлана. Ну, камера была плохо настроена, была высокая ISO там, короче. Плохо видно все. Там переулочек небольшой. Ну, так параллельно идет Росковый. Так, здесь у нас вот с правой стороны станция переливания крови, роддом. С левой стороны старая краевая больница. Это вот пересекаемая улица Ломоносова. А такая погодка. Чуть снег подсыпал, ну. Больше грязи, скажем так, наделал. Давайте вот сюда мы сейчас перестроимся с вами и поедем с вами вверх по улице Лермонтова. Ну, вчера я уже был в лесу кругленьком, попробовал на лыжах покататься. Ну, так прокатился на лыжах, но снежного покрова очень-очень даже мало. Так, Льва Толстого пересекаем. Следующая Краснофлотская будет. Ну, вот здесь такая застройка с левой стороны там у нас. В основном частный сектор, у меня даже одноклассник здесь жил. Там вот с левой стороны магазин Пятерочка, а вот он, вот там одноклассник жил, вот на этом доме вот. На этом месте дом вот такой выстроили, центр сантехники, там Пятерочка магазин. С правой стороны здесь будут пятиэтажки, многоэтажные дома. Так, Краснофлотская, ну вот видите, грязь. Больше грязи. Так, по температуре минус 2 градуса Цельсия. Но ветер. Я шел в гараж за машиной, у меня даже бейсболку. Ветер сдул, пришлось ее догонять. Так, Балахонова. Слева кладбище. Ну, справа здесь, не знаю, милиция какая-то сейчас. Вернее, полиция. Отделение. Вообще здесь у нас была школа милиции раньше, во времена моего детства. Ну, какой-то следственный был, я уже не помню. Мне как-то авария была, что-то я сюда приходил. Так, ну вот впереди у нас улица Даватерцев. Так, стоять здесь долго будем. 76 секунд. Ну там что, лес кругленький. Это...
Стандартизация. Сейчас, пока я поставлю, как раз посмотрю, сколько там показывает градусов Цельсия и вообще сколько времени. Сколько у нас вообще время-то? 13 часов 28 минут. В общем, я вниз на улицу Серова ездил. Купил там два пакетика вот натуральной говяжьей оболочки. Жалко, что съемка не получилась. Ну, в следующий раз я там проеду, покажу вам Балтийский, да, Росковый. Ну, что там? Переулочки небольшие. Так, ладно, ждем светофор и едем с вами дальше. 5 секунд остается. Ну, вот, погода меняется. Вот я внизу Серова сейчас был, там по Чехова, кстати, я проехал. По улице Мимоз. Если вот здесь изморозь, ну там практически никакой изморози нет. Потому что высота в городе Ставрополе разная, и, соответственно, там и теплее будет. Не знаю, на завтра, кстати, нам обещают 8 градусов Цельсия. Так, это мы вот под Аватырцев с вами едем. Сейчас я заеду домой, а потом мне еще будет надо проехать на улицу 45-я параллель. А может сразу проехать? Да давайте сразу проедем. Так, это вот фотопарк. Вправо там зоопарк, у нас ледовый каток. Там прямо проходим. Аллея Славы, аллея Героев. Там на центральную аллею выходим. И, соответственно, туда мы с вами попадаем. На Катропу. Солнечные ванны. Это у нас улица Серова. Так, удачно иду прям. На некоторые прям успеваю зеленый. Так, пешеходку здесь закрыли. Ну, только видите, она осталась. На асфальт это зебра. Так, перегородили здесь. Ну, так скажу, для водителей лучше, для пешеходов не очень. Я вот недавно здесь проходил. Ну, мне пришлось просто перейти на ту сторону улицы Серова, ждать светофор. Ну, властям, видимо, лучше как сделать. Так, подъезжаем мы к улице Шпаковской. Видите, какая погода, и забрызгиваются стекла. Ну что ты? Перестроился или еще едет? Так, все. Стелла наша бывшая. Сейчас ее принесли в конец улицы Даваторцев. Это вот район космонавтов. С левой стороны. Так, справа здесь у нас Чайхана есть. Вот оно впереди. Вот желтое здание. Дамбова показывает. Это здание Чайхана. А что там? Кстати, неплохо. Один раз был, даже очень неплохо. Красиво там, музыка звучит. Так, здесь у нас тюль, портьера. В общем, за этими зданиями пятиэтажки идут. Но в народе это название у нас Китайская стена. У меня, кстати, там родственники жили. Сестра моей матери с братьями. Так, ну нам на 45-ю параллель надо ехать. Это у нас уже улица Тухачевского. Это тот съезд на Тухачевского. Ну, вот там, видите, гипермаркет Окей. Его на самом деле уже нет. Его закрыли. И направо этого улица 50 лет будет. И далее там будет Ворошилова и Пирогова. Так, зеленый загорелся. Ну, в общем, так недолго стою. Но на каждом перекрестке, конечно, придется чуть подождать здесь. Прямо это так и на 45-й параллель мы с вами попадаем. А если влево повернуть, там Мамайский лес, и там исток реки Мамайка, кстати. Буквально немного проехать, там улица Космонавтов. Да, вот такая погода грязная. А что вы хотите, друзья? У нас вот такая зима. Она вот такая зима и будет. Выпадет снежок. Потом начинает все таять, грязь, слякоть. Спрашивали, сколько слякоть? Ну, пару дней. Потом что у нас бывает? Или примораживает, или все высыхает. Вот это вот застройка непонятная.
Там девятиэтажки идут, вот если вправо посмотреть, там это вот такие вот построили дома небольшие. Хотя здесь вот говорили, что как-то парк будет разбивать. У меня, кстати, здесь в 53-м доме теща просто-напросто жила. Ну, потом решили вот строить вот такие вот дома здесь, там, стоматологическая клиника, лор-клиника. Ну, такие вот дома. Это вот окей здесь был, это вот съезд. И... сейчас показываю, где окей был. Хороший магазинчик был, все я здесь покупал. Что здесь сейчас, не знаю я. Вот такая парковка, видите, большая здесь. И, кстати, все дешево можно купить, такое вот снаряжение, которое вот мне нужно было, я там такие вот раскладные стульчики покупал, там столик покупал, матрасы. Я же все-таки по морям люблю ездить. Скидки хорошие там, карточка у меня была. Так, наркологический, это вот с левой стороны. Ну, такая вот застройка, видите. Значит, куда мы с вами сейчас попадаем? На улицу 45-я, параллель. Ну, там впереди вот туманчик такой, ничего не видно. Это прямо дорога идет Татарку, верхнюю Татарку. Это старая татарская там дорога будет продолжаться. Где у нас есть мужской монастырь? Скоро ведь у нас крещение. Ну и соответственно, что? Туда не пробьешься. Будет себя окунаться в купель? Нет, для меня какая купель? Для меня купель — это термальные бассейны. 19-го, кстати, работаю на крещение. Вот это для меня нормальная купель. Каждому свое, как говорится. Мне лучше горячая, там, теплая вода, чем холодная. Не, холодную не люблю. Так, успеваем? Эх, не успеваем. Ну ладно, значит, здесь мы постоим. Но я считаю, что так удачно я проехал. Здесь у нас вот, если влево поехать, второй юго-западный проезд. Если вправо, это улица 45-я параллель. Там вдалеке, там в туманной такой дымке видна стела у нас. Здесь еще вот, значит, общежитие завода «Сигнал», потому что там завод «Сигнал» у нас находится. А впереди это лента, космос. Поворачиваем на 45-ю параллель. Вот здесь шар, кстати, стоял. Вот такой зеленый шар здесь стоял. Здесь просто потом вот карман здесь сделали. Написано было 45-я параллель. И вот здесь пошли вот такие дома. Вот четырехэтажные. Какой-то здесь дом даже был спорный. Что-то, ну, в общем, обманули здесь дольщиков. Вот этот, кажется, дом был. Вот желтый вот этот домик, где стержамент, магазинчик. И по 45-й параллели мы с вами и поедем. В общем, мне куда надо. Мне надо попасть в магазин ДНС. А он у нас находится вот здесь, на перекрестке 50 лет и улица 45-я параллель. А вот видите, да, здание вот с правой стороны. Здесь будет Сбербанк и все остальное. Ну, а я припаркую здесь, в своем любимом месте. Здесь у нас конечная троллейбуса номер 2, номер 8. И вот здесь я припаркуюсь. Это вот наша диспетчерская, кстати, была. Вот елкин дом. Здесь большая диспетчерская была. Сейчас в аренду все сдали. А мне вот сюда надо. Ну, вот такая поездка, друзья, была. Припарковаться вот здесь лучше. Ах, елочка какая. Вот. Вот здесь и припаркуюсь, и пойду себе, наверное, я закажу все-таки. Для чего я сюда приехал? Мне нужно купить инвекторный преобразователь напряжения 12 на 220 вольт. Ну, сейчас я пойду просто закажу и узнаю, какая цена. Все, друзья, удачи. Такая была поездка небольшая.